Добрый день, мои зрители! Вы на спортивном игровом канале Wabon Games, и мы продолжаем с вами играть в GTA 5 онлайн. Ограбление. Вот мы с вами сейчас попытаемся новое дело замутить. Тут вроде как кто-то в роли полицейских, а мы еще вдвоем в роли... короче, кого-то другого. Так, стоп, вы что по тачкам по своим рассувались? А мы куда с ним бежим? Ага, они едут на машинах, полицейские... Ага, а я же не сяду к тебе вторым. Или можно? А, вот так вот даже. Да все в порядке. Поехали. Поехали. Ну, опять, это опять, скажем так, побег из тюрьмы, но тут как-то по другому сценарию, наверное. К судну сейчас какому-то мы прём. Профессиональные воры. Поэтому не рассчитывают на легкую прогулку. Ну понятно. Не рассчитываем на легкую прогулку. Какая тут может быть легкая прогулка? До судна-то далеко вообще ехать, интересно. Будем надеяться, что здесь ребята поопытнее. В отличие от наших прошлых компаньонов. Нам должно все... удастся. Все получится. Единственная проблема то, что ночная вылазка. Может быть, это, конечно, и к лучшему, но мне как-то меньше это нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой вираж сейчас был. Зачем сигналить, я не понимаю. Так, глумит? Или он действительно считает, что кто-то отъедет? Нормально так хреначит парниша. Так, ну что, совсем чуть-чуть осталось. Мы почти уже, вот, мост, это значит, мы рядом с портом. А судно по-любому в порту стоит. Хорошо, хорошо. Вы уже рядом с грузовым судном. Поднимайтесь на борт, ищите контейнер с автомобилем. Доставьте автомобиль моим людям, мы вывезем. Что-то мы куда-то... Это ламбак 50-х. Раритет. Я называю рычагом давления для вас... Старайтесь не попасться на глаза людям на судне. Вы же хотите машину... Эх, ведь зачем? Отстрелить замок. Так, в самом верху находится... Че, поехали, поехали. Зачем ты упал? Я тоже не понял. Вот оно, судно, походу, наше. И в одном из верхних контейнеров... Да-да-да-да-да-да-да. Там еще парни на контейнере, если что. И мы как бы вот так вот спокойно, да? А, все, вот, вот так мы действуем, да? А, ну, замечательно. Я-то безоружный. Ёб вашу налево. Деньги зато пособирал. В амунацию я не успел зайти. Нормально. Придется мне действовать точно. Втихаря. Или за ним просто идти, а он будет всех отстреливать, да? Давай, чувачок, ты красавец. Я с тобой. Как садиться-то, ёб, просто забыл. У меня есть 16 патронов, все. Я просто лучший. Я просто лучший. Куда? А, вот сюда надо залезть. Давай, 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 давай. Да лезь же уже. Ты че не лезешь? Все. Где, 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 где? Куда ты, братан? Не бросай меня тут. Не бросай, у меня мало патронов. Он всех валит, кстати, в паре. Бляха, муха! Это я куда? И как я теперь? Я здесь же никак. Японский городовой, а? Да тихо, 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 тихо. Пошел нахер, чмошник. Стоять, 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 стоять. Все спокойно, ребята. У меня чуть-чуть есть патронов. Так, где, 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 где? Вот здесь вот где-то забирались. Ай, меня в спину убили. Тихо, чтоб не убили. Не понял. Это что за глюк сейчас был? Это как так получилось? Прикольно. В GTA глюке. Или мне дали вторую жизнь просто. Так, ну самое главное, что там машина, походу, без меня уже сейчас поедет. Так, ух! Куда я бегу? Куда я бегу? Куда я бегу? Где машина?
на мотоцикл. А, вот внизу это... Все, пиздец. Ой, ебля. Помогите доставить. Че, машина уже здесь, что ли? Ты? Нет, не он. А где наша машина вообще? Ну вот теперь я начинаю тупить. А, ну здесь я не могу сесть за руль. Давайте по карте посмотрим. Ну, то есть он уже далеко, да? О, тихо, 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 тихо. Пошли в жопу. Я понял все. Я все понял. Я на этой машине спокойно отсюда уезжаю. Он, наверное, уже все забрал. Скорее всего, он уже все забрали. Едем. Тихо. Едем по меточке. Что-то сейчас тут будет очень много полиции. По мне уже шмаляют по полной программе. Давай, 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 давай. Вот сюда, вот сюда. Так, это мы снесем спокойненько. Да, вот я упал не вовремя. Так все нормально проходило. Так, тут уже ограждение поставили. Ребятушки. Все нормально. Все нормально. Кто стреляет? Откуда стреляют? Не понимаю. Помогите доставить. Я должен чем-то помочь. Ну, давайте. Я чем-нибудь, может быть, помогу, не знаю. Да, плохо, конечно, играть одному. Действительно, лучше играть с тем, кто хотя бы тебе подсказывает или договариваешься, где встречаться, куда бежать. Понял, к людям нельзя копов приводить. Ну, это понятно было и так. Сука, мне бы машину поменять, а то у меня что-то этот Range Rover ни хера не едет. Что случилось? Ай, кого-то убили. Не меня, кстати. Учтите. Ну, РП дали. Ладно, второй шанс. Второй шанс сейчас будет. Все должно получиться. 104-й вообще. Вон, убили 31-го. 31 уровень, у которого самый первый написан был. Айквай какой-то там. Давайте, давайте, ребята, у нас получится. Мы сейчас все сделаем. Ух, какие долгие стали загрузки здесь. Так, мы на месте. Мы опять на уже рядом с паромчиком. Давай, 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 тут у меня патронов нет ни хрена тут стопудово. Понятно. Давай, чувак, я с тобой. Я сейчас буду прям за ним идти. Давай, давай. Оп. У меня нет патронов, так что... Убивай всех. Убивай, молодец, молодец. У них были патроны оружия? Нет, нет, нет. Все, где ты? А ты что, снизу уже по ним шмаляешь? Давай, 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 я же за тобой, я же тебе что сказал. Сука, я тебя не видел. Ой, меня убили, вот теперь точно меня убили. Говорю, что в темноте херово, блин, ничего не видно. Так, где? Где, 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 где мой чувак? Мой телохранитель. Так, а может быть я сейчас впервые него приду? Так. А где контейнер? Ух ты, еще выше он, значит. Да, я правильно понимаю? Да блин, ну зацепись же ты, подруга. Опять Аквей проиграл. А я не с Аквеем бегаю случайно. Да, это на самом деле очень сложно получается пройти ограбление. Меня ни разу не убили, кстати, обратите внимание. Ноль убийств.
А Аквей уже 5 раз убили. Вот балласт тянет нашу команду вниз. Ну, давайте нам еще шансики. Блин, вот оружия у меня нету, я бы сейчас всех тут завалил. Ну, я там вроде собираю с них сразу. Потенциальная доля 15-200. Тоже неплохо. Хотя поначалу говорили, там по 100 тысяч можно будет зарабатывать. Но что-то как-то по 100 тысяч не получается. Давай, 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 давай. Дебил, он меня решил бросить, представляете? Сука какая. Вот сучара, а. Так я ж тебя не подводил даже, братан. Куда ты? Ты же один, не пройдешь его. Вот по мне уже шмаляют. Я уже сдох, кстати, бежать не могу ни хрена. Из-за того, что этот урод меня с собой не взял. Жизнь команды одна осталась всего. Ну, я тебя почти догнал. Давай, 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 давай. Блин, не хочет моя уже ломиться. Давай, 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 давай. Во-во-во-во, все, набралась. Так, тихо, пистолет. Во-во-во-во-во-во-во. Все, у нас есть оружие. Где ты? Где ты, братец? Куда ты пошел? Давай, давай, сюда пошел. Красавчик. Ну, все по тому же пути. Значит, нам надо за ним. Ну, молодец. Давай, давай, давай. Я прям за тобой. Я теперь точно все буду перепрыгивать. Суки. 100%. И пульки, и пульки, и пульки. И пульки. Тихо, не пасть. Че, че, че? Опять я тебя помешал, типа того. Куда ты? Куда ты делся? Куда он делся, я не пойму. Блин, я его потерял. Движемся вперед, вроде там что-то светится. Оп! Сука, сдохни! И ты сдохни! Да сдохни, я ж тебе сказал! Да вы что, неубиваемые что ли? Вы что, братва? Хера у них. Там базарит по-каковски. На, сучара. Давай, давай, залезь наверх. Эх ты, вокруг меня тут прям сгущается все. Так, а что внизу? О, он достал, красавчик. Давай, садись, садись, садись. Неужели он нашел этот контейнер? Поехали, поехали, вот эта тачка. Все, мы вместе, все нормально, братан. Все в порядке, давай, поперли, поперли. Давай, у тебя получится. Менток, главное, не бери на хвост. Че, я буду отстреливаться, хотя у меня... Это пятерка самых людей ППР. Блин, дурак, не бей машину, тебе же сказали, она какая-то супер раритетная. Так, тихо, 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 я тоже шмаляю, тоже должен шмалять. Ну, я вообще, как бы отсиделся бы, и все нормально, не идет. Тихо, 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 аккуратно, тихо. А завалите их или оторвитесь, ему типа все равно, сука, тачка. Естественно, износ. Главное, чтобы глаза ничего не бросалось. Юмористы, мать вашу. Тут живым бы добраться. Тихо, 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 тихо. Да как же ты... Ну, можно же притормозить. Уже стекол не осталось в машине. Раритет забрали. Это как, помните, этот фильм «Угнать за 60 секунд». Кстати, не тачка даже. Там нет. Что-то другая была. Давай аккуратненько. Стой. Давай я, может, попробую назад отстреливаться. Вон они. Суки.
Только ты введи аккуратнее, пожалуйста, братец. Пока ничего не надо. Пока они очень далеко. Ты оторвался, красавчик. Ты красавчик, давай, 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 аккуратненько. О, молодец. Ай, да ну только не так, так, тихо, тихо. Где они? Где они? О май гад. О гад мат. Так, тихо, 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 тихо. Чё? Так. Сука, как бы вас убить? Козлов. Ой, как сложно целиться, а, без автоприцеливания. Братан, ну давай, ну пожалуйста, ну довези нас до хорошего конца. Давай, у тебя получится. Сколько еще ехать, блин? А у меня нету ни бомбочек, ничего, да? Я сейчас не могу тут поменять. Да, не могу я боеприпасы поменять. Давай, 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 сзади вроде никого. Да что ж такое-то? Теперь уже есть. Суки, а? Вот сучары, а? Они как эти, агенты Смиты. Нет, не они. Ох, как мы тачку убили. Боюсь, из нее сейчас ничего не дадут нам. Скажут, валите нахер отсюда, куда ты сворачиваешь, урод. Кто там стреляет опять? Вон они. Нельзя приводить, ну. Ну я сейчас этих завалю, другие же появятся, ну как? Хотя завалю, что-то я переборщил немножечко. Завалить будет очень проблематично. Тихо, ты что меня выворачиваешь? Братан, давай, давай, конечно, срезай, срезай углы. Вот и все. Вот и все. И надо в кустах где-нибудь спрятаться. У нас всего лишь две звезды. Это херня на самом деле. Да, ты же знаешь. О, как все печально. О, а нас потеряли вроде. А нас вроде потеряли. Ну-ка. Красавец. Да ты просто умница. Только машину уйдите от полиции. Мы ушли уже, все. Или что, или не ушли? Кого вроде нету. Okay, доставьте мне машину моему водителю. Точка сброса, все, давай, 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 в точку сброса, все, у нас вот пока проходит, пу-пу-пу. По дереву постучали. У меня геймпад сейчас выскочит, так, сфокусироваться. Давай, давай, мы рядом. Мы рядышком, мы рядышком. Наконец-то сможет выехать моя водитель. Девушка, что ли? А, вот точечка. Вот точечка, да ты красавец просто. Что делаем? Эй! Эй! Out. Выходи! Я займусь этим. Давай, давай, блатная. Ты, главное, деньги нам отдай. А бабки где? Помогите доставить расписание? Дождаться, пока команда доставит расписание. Так, это нам теперь надо стоять. Так, и что я должен сейчас делать? Ага, ага, идем за тобой. Чувачок. Давай, поехали. Куда нам?
Так, я думал, это уже все, если честно, ребятушки. А тут, оказывается, еще что-то надо помочь доставить. Ну, у меня водила нормальный. Вот, вот он паузу нажал, он сейчас включит, наверное, эту. Меточку себе поставит. Ну, конечно, все грамотно. У нас водила нормальный, звезд нету, все спокойно. Там, ребятки, главное, чтобы справились. Вот что значит команда важна здесь. Особенно, вот видите, какой партнер хороший попался. Все четко делает. Все хорошо. Давай, у нас получится. Я в тебя верю, Бум. Кстати, не так далеко ехать, да, как я понял. Ох, какой рассвет у нас наступает. Красотища GTA, конечно, блещет просто красками. Так, а что за зеленая точка мерцает где-то там вдалеке? Так, амунация. Вот что, правильно ты все, братан, делаешь. В амунацию нам надо купить все, что возможно, сразу. Так. Давай, 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 давай. Мне нужны. Какие кинжалы? Вот винтовочка. Магазин больше ем. Нет, стойте. А где же моя? У меня же есть винтовка. Ладно, хрен с ним. Давай такую купим. Все, патронов набрали. Магазин больше емкости купили. Все. Что у меня теперь? Вот, все, теперь все в порядке. Все, братан, ты только смотри, не уедь без меня. Ну и он нахер. Стой, 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 стой. Вот это ты меня, блин, даешь. Решил меня тут оставить, что ли? Да давай, садись уже, мать твою. Поехали. Давай, все, у нас получится. Все, у нас, блин, жизни у меня мало. А, ну вот, вроде пошли вверх. Поросли вверх. Красавец, мы монашку заехали очень грамотно. Походу, там сейчас будет перестрелочка. Он-то знает уже, наверное, не как я первый раз. Ты что делаешь? О, как это он так быстро восстановился. Давай, давай. Ух ты, ехать как далеко. Далековато ехать. Ну и прибавляй газику. Газику, газику, газику. Чё затягивать-то? Так уже, наверное, с полчасика играем. Я, может быть, чуть поменьше. Я что-то как-то не засек время. Уровень растет, все нормально. Это, конечно, не как у нормальных задротов, у которых уже за 200. Мне бы 20-й бы набрать, чтобы там новое оружие покупать можно было. Танки мне, конечно, не нужны. Это у меня, кстати, в... Я говорил уже, PlayStation 4. Ой, PlayStation 3. Там... Вот там с аккаунтом вообще все в порядке, и денег куча, и все дела. Но я его не стал сюда переносить, потому что там немного другая игра. Там чипованная консоль, и... Ну и он нафиг соединять одно с другим. Пройдено! Да! Мы прошли это! Будь готов получить приз. Вабон 33 серебро получил. Ну, хоть не самое последнее. 14700, ребятушки. GP плюс 15. И уровня до 6 мы добрались. Да, вот так вот. Со второго раза я прошел. Я думаю, это заслуживает лайка, конечно же. Все. Все, наверное, на этом будем заканчивать. Удачное у нас дело получилось. Одно из ограблений. В следующих сериях будем, естественно, продолжать грабить и кого-нибудь доставать из тюрем. Вот, поэтому давайте, наверное, заканчивать. Не забывайте подписаться на канал, подписаться на в группу ВКонтакте, которая теперь у меня существует. Пишите комментарии, ну и, конечно же, лайки с вас за то, что мне это удалось сделать. Все, до скорых встреч, всем пока!